получили сроки за групповое изнасилование. Трех жителей Забайкальского края признали виновными в преступлении против половой неприкосновенности жительницы Вилючинска. По версии следствия, трое забайкальцев 29, 34 и 42 лет в июне прошлого года прибыли на территорию Камчатского края из ата город Вилючинск для заработка. В августе прошлого года, находясь в квартире, расположенной в многоквартирном доме района Рыбачий города Вилючинск, совершили изнасилование 41-летней женщины, хозяйки помещения. Двое из трех мужчин в ходе предварительного расследования признали свою вину, но в суде неоднократно меняли показания. 42-летний обвиняемый от сотрудничества со следствием отказался. Свою вину не признал он и в суде. По результатам исследования, представленных стороной обвинения доказательств, подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки 5 лет 6 месяцев, 4 года 6 месяцев и 4 года 2 месяца в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу еще не вступил.